17 ноября – трагическая дата для всех жителей нашей республики. Ровно год исполняется с момента крушения Боинга 737. Казанский федеральный университет скорбит по всем погибшим в страшной авиакатастрофе. Весь день здесь проходит траурное мероприятие. Как дань памяти – мемориальная акция «Одна беда – общая память». Поэтому позвольте предоставить слово студентам, пожалуйста. ...2013 года в международном аэропорту города Казани. Эта трагедия подвела страшным... Дело благородное дело, которое имеет большое значение в воспитании будущих поколений, потому что кроме памяти для этих людей ничего делать не нужно. Я хотел бы от имени руководства университета выразить большую благодарность нашим студентам за то, что вот они проводят такой день памяти, посвященный этой трагедии. Выразить слова соболезнования друзьям и сил, чтобы... Весть о произошедшей катастрофе поразила мое сердце и сердце многих людей скорби и сомнений. Коллеги, давайте проведем минуту молчания в знак памяти по трагедии, которая произошла год назад. Прошу всем встать. Работников и студентов нашего университета. Я прошу вас встать и... Спасибо.